Всем здарова, с вами Краулер, и сегодня я буду смотреть игрушку, называется Conan Exiles. Вышла она в не очень так удобный момент, так как до этого я поиграл в Shelter, потом был немножко Rust, потом был Savage Lands, какие-то попытки. То есть я поиграл в выживалки, потом выходит Conan, и я такой, неохота как-то. Хотел пильнуть стрим, но как-то стримы у меня хреново выходят, поэтому я решил записать летсплейтик, и побегаю, посмотрим на мир, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Игра, конечно, отличается какой-то своей жестокостью, и, знаете, вот я поставил себе крутую грудь, которая не позволяет мне увидеть мои ноги практически. Вот, и также я не стал включать полную наготу, здесь, конечно, можно как в Расте бегать и трястись своими кончиками, можно друг об друга, вот, но... Возможно, мне смотрят дети, поэтому зачем это мне? Так, историю вообще я включал и также и сингловую версию. Вот, в сингловой версии мы висим на столбе, где происходит, значит, редактирование нашего персонажа, где мы выбираем лицо, принадлежность к той или иной расе, выбираем бога и прочее. Вот, и потом приходит Conan и спасает нас, вот, снимая с креста. Вот, мы, как возрожденный Иисус, начинаем выживать. У меня персонаж постоянно что-то говорит, я не понимаю, что вообще. Так, что у нас есть? У нас есть, значит, лут. У нас есть крафт. У нас есть новый уровень. Изучить рецепты. Так, одно очко у нас доступно. Ну, я не знаю, давайте на грузоподъемность. Мне кажется, на первых порах это будет, думаю, нам кстати. Так, чтобы скрафтить элементарную, значит, кирку, нам нужно 5 камней. У нас есть, но нам осталось собрать веточки. Вот, русских вообще, что-то я здесь вообще не вижу. Может, стоит написать. Как там? Хинди, руси, пхай. Пхай, по-моему, эта фраза всегда работала. Не знаю, возможно, я сейчас просто вылечу серфака. Всякое может быть. Пока никто не отвечает. Возможно, я единственный русский на серваке, поэтому все девки, наверное, мои. Так. Так, я думаю, достаточно собрал. Притом, знаете, как-то интуитивно, понятно, вы бегаете. Просто берете камень, да? Вам не нужно искать какой-то специальный там камнехранилище, да, как в Расте, там, чтобы набрать камень. То есть мы, серьезно, мы голыми руками просто сдираем камень с камня. Неимоверно круто. Ну, блин, мы же все-таки... в мире Конана. Так, давайте запилим. Так, в очереди стал. Так, что теперь? Что нам нужно? План фибер у нас этого всего нету, да? Факел. Факел нам не надо. Так, доспехи, оружие. А, ну это все, что мы можем, в принципе, пока что закрафтить. Окей, у нас уже есть кирка. Давайте. Самое проделаем. Слушайте, а с киркой уже не работает. Серьезно, то есть. Нет, подождите, как-то я ведь собирал голыми руками это. Может быть, наезд стоит? Вот как это работает, слушайте. Бить киркой это одно, а собирать киркой это другое. Киркой он собирает на Е. Серьезно, смотрите, как он собирает. То есть ты как бы не бьешь, да, камень не рушится. Подбегаете и хоп такой. Раз, у вас есть камень, у вас есть доски. Слушайте, мы все можем киркой собирать, а вообще я не вижу разницы между, скажем, руками, да, и киркой. Тоже самое. Может, давайте землю побьем? Какой-то зуб. А, слушайте, поскольку у меня есть кирка, да, и я как бы, как в старину обезьяна с палкой, имею право нагибать всех остальных, у кого нет кирки, да? Поэтому давайте, наверное, вернемся немножко на старт. И шиндарахни кому-нибудь в голову вот этой вот киркой. Ага, смотрите, появился русский. Долбанный конкурент. Сдохнет. Санья пишешь, он сдохнет, хочет. Куда топать? Так. Возможно, сейчас убью русского. Так, как... А, вот они бьются уже, смотрите. Девочки и мальчики стояли рядом, подрались. Ну, давай. Как тебе вот это? Ты еще живая, слушай. Что-то как-то нету сил. Слушайте, связь потеряна. Нет, не возвращайся.
Итак, я вернулся, и, как оказалось, не только меня выкинуло. Так, еще одна проблема в том, что... Ага, вот курсор пропал. А, да, давайте померимся в яме. Вообще, я думал, что меня как бы... Ну, кинули за то, что я кому-то башку разбил. Но если нет, давайте разобьем башку еще раз и посмотрим. Возможно, я могу накрафтить кожи, значит, человечка. Вот, вытащить у него мозги, там, печень и так далее. И, возможно, немножко заработать или даже поесть. Так, мы вернулись на старт. А на старте уже, в принципе, никого нет. Все уже разбежались, все уже поняли, что нельзя здесь тусить. Вот, окей. Давайте смотреть, что можем сделать. Так, описание. Нифига я не понял, а я могу вообще со скелета что-нибудь взять? Слушайте, по-моему, не могу. Нет, хотя кости мне бы пригодились. А, вот, забыл, нет, подождите, на Е он прочитает, да, он прочитает, нет. Ничего не можем взять. Так, плант фибер, по крайней мере, сейчас я скрафчу себе немножечко одежонки. Укрытие, серьезно? То есть можно заныкаться, да? Я нахожусь в укрытии. Так. Не хватает, слушайте. Давайте вообще все кусты обдирать, чтобы их здесь не осталось. По крайней мере, мы будем на голову выше всех остальных. Мы будем одетыми. Вот. Так, что у нас с водой? С водой у нас дела немножко плохо обстоят. Вот так же, что касается еды, тоже не все очень хорошо. Поэтому сейчас я, наверное, попью из бурдюка. Он у меня есть. Так, как это дело, значит, заюзаю. Так, попили, камень нет. Надо еще поесть как-нибудь. А если заюзать? Не понял, что случилось. Так, грузоподъемность, запас сил. На этот раз запас сил прибавим. Ой, слушайте, изучаем рецепты прямо здесь. Их не надо искать. Так, стоимость 1. Материалы. Что это нам дает? Мы получаем, значит, топорик, да? Вот. Бедролл это как... матрас, да? Ну, да давайте на клоп нажмем. Получилось? Да, получилось. Слушайте, изучил. Да, все у нас есть. Так, давайте, наверное, скрафтим. Нет, все-таки мы скрафтим одежонку. Так, остается у нас в очереди, окей. Я понял, он не добавляет у нас ресурсы, пока не скрафтит что-то одно. Так, чувак пишет, что постоянно его выбрасывает. Ну, неудивительно. Собственно говоря, игра мега сырая, на мой взгляд. Поэтому вылеты здесь будут очень часто. Давайте искать людей. По крайней мере, возможно, мы найдем даже дом, чем он там тут стоит. Или это очередной скелет с палкой в заднице. Слушайте, никого нет. Ну, я думаю, все пошли по тропинке. Я прям уверен. Так, давайте оденемся. Так, он у нас автоматически оделся. Да, кстати, вот эта туника, которая на нас одета, вот там под ней даже трусы есть, слушайте, какие-то. Она не зря такая длинная, потому что при создании персонажа можно как раз вот удлинить настолько, что до кончика вот этой вот повязочки нам хватит. Так, 18. Так, снова и новый уровень. Давайте опять изучим рецепт. Что можем сделать? Ой, что-то вообще это неимоверное. Так. А, изучив это, мы получили... Нет, мы не... Да, или нет? А, изучив, значит, Apprentice Craftsman, мы можем строить вот эти вот предметы. Так, броню. Короче, давайте, наверное, деревянное копье. Салут майч такая. Нет, лук. Лук мы, конечно, откроем. Нифига мы не откроем, у нас недостаточно. Значит, навыков. Ладно, давайте отправимся дальше. Куда я тут шел? Живого человека увидеть. Слушай, чувак, я бы не стал... Как бы... Ой, слушайте, там что-то есть.
И это что-то меня, скорее всего, убьет, но... Почему бы и нет, как бы? Нет, 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 слушайте. О, уже чей-то трупик, а с этого трупика я... Ой, нет, слушай, сними с него одежду. Так. Так, слушайте, ну, а вот, взял. Так, что насчет попить? Я же ведь юзал как-то. Это бурдюк с водой, как я понимаю. Слушайте, юзы, не юзы, а он... Нифига, все это дело не пьет. О как. А это плохо. Давайте спросим у людей, которых я хотел убить. Как пить-то? Слушайте, все дело плохо. Сплит, нет, ну давайте. Ну для воды это. Так в чем проблема? Почему? Юзай. Все. Все, чувак уснул, пока. Мы, значит, окей, откроем меня. Evil take away. Я вообще нифига не понял, что я сейчас сделал. Я просто умер и куда-то, по-моему, свои вещи скинул. А... Ну да, я умер. Пожалуйста. Так, а вот и женщина, да, которая... О, Кенджи. Слушайте, ну бить женщин здесь, по крайней мере, довольно весело. Покрываются кровью. Все, убил. Слушайте, я расчленил ее просто кулаками. То, что ручка нарисована, забавно. Давайте другую часть ее откроем. Возможно, что-то есть. Я, знаете, я не понимаю. Где попить? Ну, мировые вопросы, ребят. Как пить? Это что? Просвет, интеракт. Про что нужно помолиться, чтобы попить? Да, слушать, нужно срочно какой-то, я не знаю, русификатор, что ли, где-то, чтобы кто-то раздобыл. Так, ну, знаете, чувствую я, что дом я не построю. 100%, потому что, скорее всего, я опять умру от того, что не попью. Блин, у нас же все осталось, не так ли? Ну, пускай не все, но... Так, не голова, туловище. Туловище, руки. Так. Ступни, нет, не ступни. Ну как? Как же попить-то? Сколько можно юзать это дело? Так, опять кто-то спугнул эту летающую тварь, да? Так, кирку на место, кирку на базу. Так, что нам надо? Что такое? Твайн. Фибер бедрол. Непонятно, пока еще ничего абсолютно непонятно. Поэтому, наверное, просто сейчас куда-нибудь побежим до того момента, пока мы снова не откинемся. Но, по крайней мере, мы, возможно, найдем какой-нибудь город или что-то в этом роде. Возможно, мы объединимся с чуваком и... Да нет, слушайте, это... Нет, подождите, нет. Не... Мне не выкинул сервер, просто люди перестали в чат писать, и это странно. Так, да, да, чувак, и это... Давай, монстр. Пошел, пошел. Давай, брысь, кыш. Все, я знаю, что так будет. Давай, тут это... В начальных уровнях меня никто не тронет вообще. Так, и че, как бы... Нет. Нет, что-то не то, слушайте. Ну, на Е, почему не так? Чё, кто мне солнце застилает, а? Никого. Так, давайте напишем А хотя бы. Нет, все, мы онлайн, мы не... Значит, не отключились. Чё, ну, прочесть что-то? В клан, серьезно? Клан. Название клана, ну, да, там... РФ там как бы создать, да. Прекрасно, я создал. Есть краулер уже. Steam ID есть. Замечательно.
Так, что еще есть? Так, нет, клан-то был, админ пожалуй. Нет, сеттинг, нет. Слушайте, я не знаю. Инвайт. Ну, а что, если мы так и сделаем? То есть напишем и на... Так, инвайт. Ну, пускай ты будешь первым. Так, легаси. Вам ничего не сработало. Так, ничего он не берет, темнеет. Нужно двигаться, нужно что-то делать. Что-то собирать. Блин, становится скучновато, неимоверно просто. Где кто? Что-то с текстурами не то происходит. Не знаю, что вообще. Игра опять ломается. О, живой человек. Кто ты? А? Ладно, 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 ты стой, стой, стой. Сейчас киркой зафигарю. Вали. Я знаю, сколько женщин уже убил. Я расчленил их кулаками, понятно? Поэтому иди в задницу. Костер горел, видели? Или, а я видел. Все, пойдем туда. Че за... Че смерть? Откройте. Не, еще один обезвоженный чувак, ну, который или об... который уже облутали, или что-то он тоже сделался. Своим инвентарем. Так, игра начинает фризить. Что очень плохо. Так, а где? А, вон что-то горит, слушайте. Сейчас заглянем на огонек. Проломим кому-нибудь башку. И кто-то нам проломит. Что это был за звук, кстати? Никто ничего не слышал? Слушайте, я смотрю, костры здесь это не редкость. Просто я один, а не умею их разжигать. Fire удерживайте, чтобы открыть дополнение владельца. Слушайте, там кто-то вроде, да, вот это кто-то. Те, кто? Блин, черт, я... нет, лучше я побегу все-таки туда. Нет, туда не побегу, там вода. Побегу сюда на свет и на все воля Крома, да, по-моему, этот бог у меня. Запас воз. Полурусский язык в игре. Вот. Все, что нужно почему-то. Все по-английски. Ой, слушайте, шкура. Прикольно. Ну и как бы. Ты шкуры, да? Ну, как мясца-то как бы чуть-чуть набрать, нет. Давайте смотреть, что есть в менюшке. Новый уровень, новые рецепты. Давайте. Что? Оформление, бой, выживание. Что насчет выживания у меня? Campfire. Так, заунлочить мы не можем. Лучше ничего не можем. У нас один, значит, этот доступен. Ну, на один почему мы не можем? Слушать не можем, я не знаю, нужно прокачивать дальше уровень, наверное. Так, мы все еще не можем попить, как бы это плохо. В огне мы не горим, но в воде, наверное, мы тонем все-таки. Блин, сколько тут можно собирать все этого? Барки какие-то. Ну или как-то так, оно как-то странно упало. Давайте посмотрим еще раз. Что-то, слушайте, не так с этим, а как не так, деревья валятся. Так, вода, да? Вот я сейчас в воде. Давайте попробуем заюзать наш бурдюк. Да нифига он не юзает. Давайте, может, первый слот перенесем. Какой гудунг надо зайти? Так, достаточно? Набирай воду, блин. Воду набирать он не хочет. Пить он оттуда не хочет. Убирать он также не хочет. Я не знаю, что он вообще хочет. Давайте побежим на другой-то. А вон там качок есть. У меня постоянно мерещатся какие-то звуки, я не пойму, или это... Нет. Это не звуки. Там все-таки кто-то дерется.
Именно такие, ааа, женщины, тёлки, типа, я такая, ааа, мужик, такая, ааа. Да, да, попрыгаем, а. Уху, ха-ха. Да, я подал сигнал. Давай, нагинайся. Да я уйду, короче, слышь, ну... Дайте попить, ребят, пожалуйста. Такие несговорчивые суки, а. Ну, если слушайте, это постройка, мы должны заценить это. Я что-то даже со дна сорвал, по-моему, какие-то растения опять. Да, слушайте, кто-то вовсю ждут, расстраивается уже, блин. Что-то делает. Давайте, а, может, нет, слушайте, двери нету. Ха, я здесь буду жить. Ха-ха. Так. Инвентарь, все, никак я не могу разобраться. Так, давайте штаны, наверное, все-таки сделаем, пока есть из чего. Твайн. Что за твайн? Ну, сноп, да, как я понял. Сделаем сноп. Из этих снопов мы можем сделать себе, значит, как он называется, спальный мешочек. Так, есть этот, и давайте тогда закрафтим топорик. Так, кстати, насчет, так, секунду, я немножко не понял показатель. Я не хочу пить, да, как я понял, но я хочу жрать. Где я возможно, я поплавал, и этого оказалось достаточно. Что касается еды, нам нужна еда. Где нам взять еды? Здесь еще слишком мало людей, чтобы кого-то ограбить. А он там, смотри, что-то ходит. Получерепаха, полу... Может, яйца натырим? Слушайте. А, они не против руса? А если я на Е у него нажму? Так, ну было же, появлялось же, откро... да. Так, откроем. Открыли черепашку. Черепашки ничего нету. Не да... Ой, слушайте, это побольше, чувак. Так, что касается яиц, давайте сожрем эти яйца. Почему бы и нет? Я же все-таки взял что-то. А, split drop use. Да, есть яйца. Давайте все это съедим, дело. Без остатков. Там кто-то он... Ну, там кто-то гоняет, притом так лагово гоняет. А, по-моему, чувак с ним пытается разобраться, да? Так, у нас есть топорик. Оп. Рубим мирно дрова, никого не трогаем. Я не пойму, это... Нет, это живой человек, а он строит свой дом. Это не папуас. Попытка забить его, наверное, не увенчается успехом, я думаю. Не-не, иди отсюда, слушай, отвали. Пошел в задницу. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогаешь. Кыш, кыш, пошел, пошел. Давай, иди, иди своей дорогой. Я вот этот... Черепашку буду этот... открывать опять. Ну, черепашки, почему даже мяса нет? Отвали! Да а почему я, блин, а? Почему не он? Крути быстрее! Ага, сейчас. Слушайте, а я, по-моему, на его территории не могу его добить. Нет, я это не могу дома разобрать, но убить я его могу, наверное. Чувак, я тебя вообще вот не трогал, вот чё ты пристал ко мне, а? Сейчас из-за лагов один нас умрет. Там не факт, что это я даже буду. Блин, я сейчас вообще, знаете, я сейчас выключу цензуру и буду вообще голый с топором гонять и всех валить. Чё ты очкуешь, да, убегаешь? Ну, засранец. Иди от меня. Вот знаешь, мы бы лучше напали он на того монстра. Фу, фу, давай, убьем черепаху. Чувак, я не знаю, как играть. Я не трогаю твой дом, а, слушай. Чё за крики? Да иди ты в задницу, а, вот. Так напрашиваешься, чё тебе надо от меня? Чё ты хочешь? Долбаный нигер, а?
Чё, тут придешь к ним в дом, блин, сразу все начинают, блин, валить. А за что? Я чё, камень у тебя спёр или чё? Вот в чём-то проблема, блин. Ладно, я буду здесь жить, здесь есть дверь и стена одна. Все время, конечно, он меня где-то за спиной прям гоняет. О, снова здесь есть яйца. Нету здесь яиц. Но есть кролик. Где-то он был здесь. Слушай, а пока вы там что-то спариваетесь или меня не трогаете, давайте я вас этот вальну нафиг. А? Что скажете? Нормально, а? Очкуете, да? Да я крутой уже стал, слушайте. Чё ты вылупился? В череп получал не раз. Ух ты. Ты еще победить надеешься? Черт, нету сил, извини. Подожди, я открою черепаху. Почему там все время пусто, а? Толку от убийства этих животных, а? Их надо убить мечом или чем? Ты хочешь со мной схлестнуться, что ли? Я тебе не советую, чувак. Я лучше кролика вальну. Слушайте, с кролика по-любому мясо будет. Ну, давай. Кролик. С кролика мясо. Мясо с кролика. И? Открыть кролика? Фига нет, кролики. Лутал. Слушайте, может просто лутал надо нажимать? Блин, какой-то инструмент нужен для того, чтобы их вскрыть. Лайк, конечно, колоссальный просто, и я не знаю, как на меня монстр реагирует, то есть, как бы я вот долблю, и что? Я ничего, вот. Элементарно. Давайте дальше смотреть. Лучше-то, как мне прокачать, чтобы я стенку мог построить? Элементарную стенку, что для этого надо? Вот. Надо, наверное, все убрать, да? Мы сейчас оставим одно строительство. А в строительстве ничего нету. Так что надо, чтобы... Ага, вот это вот надо. Во! Unclock, окей, я смог открыть постройки из, значит, камня, да? Это камень и это дерево. Значит, нам нужно найти очень много камня. Так, а киркой? Вот инструмент для добычи, да, вот. Слушайте, а здесь уже камни ломаются, неплохо. Возможно, сейчас у нас будет наш первый дом. Так, сколько у нас теперь камня? Хватит ли нам фундамент, да? 50. Так, там кто-то проходил. Опять этот мудак, а? Блин, а? Чё вот теперь делать? Тут как-то довольно странно жизни постоянно восстанавливаются. Они что, ведь меня ведь коцали, кусали, а жизнь у меня полная. Так, ладно, отставим это. Давайте запилим фундамент. Сделать. Сделай мне фундамент. Так, сейчас буду делать фундамент. Repair hammer. На связке, да? Так. И я серьезно просто один фундамент вот из этого и все. Да. Жестоко. Как я не люблю вот это вот все долго добывать, блин, а почему нельзя было просто деревянную какую-то штуку, блин, себе построить, а деревьев-то полно вроде. Сейчас еще и кирка сломается. Блин, я вроде руками собирал, нет? Теперь я в холостую, что ли, бью? Ой, серьезные лаги, серьезные. И... Че? Отвали! Слушай, пошел в задницу, а? Я уже дрался с тобой, че ты хочешь от меня? Ты ловучий монстр, ты нифига не можешь, блин, и, блин, возможно, я тебя долблю и не наношу ничего. Не факт, слушай.
Но энергия законно тратится. Поэтому я все-таки думаю, что я тебя валю. Пойти что ли воды попить, пока книгой заложу, наверное. Так, открыть. Нифига я с них не беру, блин, что-то надо, что-то какой-то ножик, не знаю, панцирь выковыривать или что-то. Ай-яй. Да пофигу, я руками сейчас буду добывать. Твали, и так можно. Ладно, ладно, я понял. Стоп. Стоп, нет, вы видели? Слушайте, я же мясо добыл. Я мясо добыл. Ой, их надо было просто пинать. Здесь ты будешь сытиться? О. А у меня отравление. Пищевое отравление. Ой, да ладно, 100 раз был. У меня алкогольный был. Знаете, это проходит со временем. Все нормально. Так. Сделать... Серьезно, вот я сейчас сделаю здесь стенку, здесь дверку и просто построю сортир и буду там ночевать, а? Офигенно, просто вот, ах. Так, давайте, так, мне нужны снопы, нужно дерево, ну ладно. Так. Я что-то не пойму, был же фундамент целый. Сейчас я строю... Ай, селлинг, возможно, это потолок, слушайте, возможно. Да. Да, это... А, нет, не потолок, слушайте, это... А что это? Тоже пол просто? А нафиг я тратил 60 ресурсов на то, чтобы раздобыть, блин, себе... О, слушайте, удобно, знаете, нажал на шестерочку, он сейчас раз скрафтит, не еще пол. Можно уже не открывать, менюшку не убирать. Так, скрафтит, ну где? Так. Тем не менее, что нам надо? Так, а кирку я сломал, да, но она почему-то еще у нас целая. Она как-то автоматически репейрится или что. Собираем себе камушков. Так. Окей. Никого нету. Строй. Так, что нам надо теперь? Нам надо теперь построить стенки. К сожалению, одна, да? Нам не только и камень нужен теперь, нам... Так, кто меня ударил? Слушайте. Смешно нифига. Или это из-за отравления у меня так все плохо. Деревья посыпались, размножились, что-то там. А-а-а. Так. Ага. Семена, все дела тут собирать можно. Так, укрытие. Ну, чё значит укрытие, что меня не найдут? Кто здесь? Все, обнажимал уже. Так, ну и что? У меня есть стена хотя бы одна. Прекрасно. Еще одну можно запилить. Нету ресурсов. Прекрасно. Что надо? Нужен камень, нужно дерево. Так, а из этих... Так, а как я делал? Дрова же или нет? Или не делал? Че, ключ что ли? Так. Что я могу сделать? Лечить обмен веществ, стойка здоровья. Ну, блин. Нет, запас сил, наверное, все-таки. Я очень долго бью, и он начинает быстро уставать. Так, коробка. Нет. Лук. Нет. Нет. Кампфайр. Давайте кампфайр там. В принципе. Изучай, как бы. Че? Или на выбор что-то есть. Фига нет на выбор. Давай. А, понятно, все. Снова у нас. Итак, очередной финт ушами. Значит, очередной вылет. Вот, и как я посмотрел. Слушайте, снова. Нет, ну, на этом все, реально. Я посмотрел, я очень долго выживаю. Думаю, хватит. А, возможно, я подсажу кого-то на игру, и мы что-то будем строить вместе. Не знаю, посмотрим. Связь с сервером появилась, слушайте, можно было вообще не выходить, да, просто стоять ждать. Что-то тут этот испарение какие-то. Вот, а кто хочет поиграть, ну, пускай в пираточку, да, пожалуйста, я оставлю ссылки под видео, прям конкретно, я прям оставлю ссылку конкретно на торрент файл, там, никуда больше нажимать не надо, просто нажали. На сайте скорее скачать именно торрент файл. Другим каким-то уебанам не верьте, потому что...
наверное, говорил, не знаю, упоминал, нет, когда человек дает ссылку, да, ты нажимаешь скачать, и там вылазит Amiga Bundle, ты понимаешь, что это не Conan? Да, ты понимаешь, что это, блин, что это хрень, что этот мудак пытается заставить тебя скачать какую-то херню, которая ему нужна. У меня будет нормальная ссылка, там, все на игру, 17 гигабайт весит игра, пожалуйста, создавайте, возможно, словите от меня топором где-нибудь на сервере, возможно, меня кто-то убьет, да, найдет мой домик, который вот здесь я все-таки удострою, я думаю, скажем, но на этом видео, в общем, закончилось. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите новых видео. С вами был Кравлер, до новых встреч.